Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали. В Киевском университете открыли первый в мире факультет TikTok. После его окончания будет выдаваться диплом о получении высшего образования. Обучение, кстати, будет бесплатным. По мнению инициатора создания такого факультета, будущее принадлежит социальным сетям, поэтому необходимо научить молодежь взаимодействовать с ними. Мозырь атаковали тысячи гусениц. Они липнут к домам, пробираются в комнаты и ползают под ногами. С небывалым нашествием американской белой бабочки столкнулись жители микрорайона Пхов. Местные говорят, что ситуация просто неуправляема. Люди пытаются сами бороться с вредителем, ну а коммунальные службы, по сути, бездействуют. Хотел сделать жене подарок и занялся проституцией. В Гродно задержали двух мужчин, которые за деньги оказывали другим мужчинам интимные услуги. Свою честь они оценили в $50. Одному из мужчин не хватало денег на оплату гаража, а второй хотел сделать жене подарок. Такой подарок она точно забудет не скоро.